Человек появился на свет и разразился плачем. Быть может, он плачет от того, что появился на свет слишком поздно, и теперь ему лишь по книгам придется знакомиться с теми, кто много лет назад, вот так же, как он, плакали, видя всю неустроенность и несправедливость жизни. Разносится его крик. Человек растет. И вместе с ним растет его уа, все чаще распадаясь на составные буквы. Напугай бабушку. У-у-у. Не купили красивую игрушку. А-а-а. И вот уже кто-то другой кричит уа. И этот крик вызывает улыбку или раздражение. Человек забыл о своем первом многообещающем крике. Теперь он сам может купить красивую игрушку и поставить ее на цветной телевизор. Теперь уже не он, а его новенький автомобиль пугает бабушку своим оглушительным «у-у-у». И теперь уже бабушка испуганно вскрикивает «а!». Растет человек. Вот и внук его крикнул «уа!», а человек до сих пор бродит по лабиринту между «у» и «а». Пойдешь в театр? «У-у-у». Там хороший буфет. «А-а». Подбрось до вокзала. «У-у-у». Я тебе заплачу. «А-а-а». Ты можешь достать мне. «О, я достану тебе!» А-а-а. Замыкается круг между «у» и «а». Все чаще наше общение блуждает в этих двух буквах. И когда человек не может прорвать этот круг, то из круга его «уа» словно эхо звучит. «А-а-а».